Всем привет, друзья! Мы тут в Пущино, прекрасная погода, мы тут прогуливаемся по аллейке и набрели вот на новый такой вот сквер или что-то, какой-то благоустроенный объект на аллее. И вот, смотрите, какая здесь красота. Какую замечательную новую сделали здесь площадку или сквер. Светлая роща называется. Вот описание растений разных. Написано, что мы здесь. Ну, про ландшафтный дизайн. Очень интересно. Площадка для детей. Баскетбольная. Лавочки модные, улучшенные. Старые сосны. Небольшая спортивная с тренажерами. О, теннисные столы. Бам. Пробило. Тут еще не закончено строительство. Что-то еще будет. Не, я его съем. Съем. Не умеешь, не лезь. А ты что, на рукоход? Давай. Смотри, он как Саша делает. Сейчас, подожди, она на рукоходе. Нет, на рукоход. Да нет же. Ладно. Тут кафе, наверное, будет, да? Похоже на то. Крутилка. Вон того мальчика. Матвей его зовут. Вон тот зеленый. С мороженым. Площадка здесь опущена. Вот
но это прям мини-каскад, как в Ереване. Ну, конечно, по масштабам несопоставим, но тем не менее. Что здесь? А вот и история. История города Пущино. Добро пожаловать в городской парк. В советское время здесь располагался городок аттракционов с колесом обозрения. По праздникам проводили городские гуляния, устраивали концерты. По многочисленным просьбам жителей было решено вернуть территории свой первоначальный статус общественного пространства городского масштаба. Сегодня пешеходная прогулочная зона от бульвара Академика Иерусалимского до улицы Парковая. Это пространство для отдыха горожан всех возрастов. Зона коммуникации, наполненная культурными событиями, ежедневными оздоровительными практиками. Желаю всем приятного отдыха. Гувернёр Воробьёв.